привет! Мы находимся в гостях у Дмитрия и Ольги на их новой кухне от Gaston. Для нас была поставлена задача разработать кухню функциональную и современную, вместительную, удобную для каждого члена семьи. Наш небольшой обзор для вас. Фасады на данной кухне – это люкс. Бархатистая поверхность создает тепло и уют. Фасады с двух сторон идентичны по цвету. Антипальчиковое покрытие фасадов, что важно для молодой семьи. Оно простое в уходе и тактильно приятное. Столешница из искусственного акрилового камня и монолитная овальная мойка создают потрясающую композицию, добавляя кухне статус. Идеальный выбор для тех, кто хочет кухню, на которой не придется проводить полжизни в процессе уборки. Ни столешница, ни мойка не впитывают грязь, жир и запах. Поэтому не только облегчает хозяйке процесс уборки, но и абсолютно безопасно для здоровья. Каркас Эггер устойчивый к агрессивной кухонной среде, обеспечит надежность кухни в течение долгих лет. Встроенная техника органично вписалась в композицию кухни, сэкономив пространство кухни и обеспечивая комфорт ежедневной эксплуатации. Фурнитура, конечно же, блем, петли с доводчиком плавно закрываются, ход плавный. Хранение на кухне обеспечивают ящики Tandem Box, которые выдерживают до 50 кг нагрузки. Можете смело хранить в них самую тяжелую кухонную утварь. Сушка инокса итальянская, устойчивая к коррозии. Также в кухне Дмитрия и Ольги есть выдвижная сетка, которую можно функционально использовать для хранения бытовой химии или баночек с крупами. Кухня получилась функциональная, стильная и современная. Такую кухню и хотели наши заказчики. Она отлично вписалась в интерьер квартиры. Согласны?